Добрый день, ребята! Ежегодно 12 апреля отмечается День космонавтики. Космос всегда привлекал своими далекими планетами, новыми мирами. Покорение космоса – одна из тех страниц истории нашей страны, которыми мы можем гордиться. 12 апреля 1961 года именно советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин впервые в мире полетел в космос. На космическом аппарате «Восток-1» он совершил один оборот вокруг Земли, длившийся 108 минут. Весь мир узнал имя человека, открывшего путь к звездам. С этого момента началась космическая эра человечества. И сегодня я предлагаю вместе с вами сделать летающую ракету. Нам понадобится 3 стаканчика. Один стаканчик красного цвета и 2 стаканчика желтого цвета, бумажные стаканчики. Понадобится красный картон, голубой картон, такая палочка, шпажка, карандаш, линейка, скотч, 2 банковские резиночки и клей. Итак, приступим. Вставляем стаканчик желтый один в один и делаем в нем отверстие вот таким образом. Продеваем палочку вот так. Здесь делаем отверстие и здесь делим стаканчик как бы на 4 части. Затем берем банковскую резиночку, берем ниточку, чтобы нам было удобнее вставлять резинку, и вставляем резиночку в отверстие. Так вот я сейчас. Надеваем резиночку. Здесь мы делаем узелок. Вот такой узелок. Также продеваем дальше другое отверстие. Делаем второй узелок. Вот у нас должно получиться вот так. Берем вторую резиночку и таким же образом продеваем в отверстие. Можно взять тоненькую проволоку, чтобы было удобнее продевать. Также делаем здесь узелок. Узелок второй сделаем.
у нас вот такая конструкция. Так. Затем мы вырезаем вот такой круг из красного картона. 11 сантиметров у нас получается. Окружность 11 сантиметров. Делим его на 4 части ровненько. И к серединке вырезаем одну часть. Так. Смазываем клеем. И клеиваем, чтобы получился у нас конус. Приклеиваем этот конус, переворачиваем стаканчик и приклеиваем к дну стаканчика. Получается у нас вот такая конструкция. Затем мы вырезаем треугольнички. Это у нас будут крылья. Складываем. Ступаем и складываем таким образом, чтобы нам было легче приклеить крыло. Вот так. Приклеиваем крыло к ракете. Так. И второе. Отступаем 0,5 сантиметра. Обрезаем. Приклеиваем вот таким образом. Окружностью 5 сантиметров делаем вот такое колечко. Приклеиваем его к конструкции нашей ракеты, к шаблончику. Можно нарисовать космонавта или приклеить наклейку с космонавтом. У меня есть такая наклеечка. Переворачиваем красный стаканчик, и получилась у нас такая ракета. Ракета наша готова к полету. Она может у нас летать. Так. Желаю вам успеха. Спасибо за участие.